ввиду того, что поступило очень много сегодня жалоб, я получил очень много сообщений сегодня от вас, кем-то из жителей сегодня созванивался, разговаривал. Значит, мы собрались для того, чтобы, первое, прояснить ситуацию, второе, найти путь решения, в который вы оказались. Потому что ситуация абсолютно нелепая. Лето, несколько домов остаются без воды. В этом ничего хорошего нет. Но, насколько меня проинформировали, значит, администратор АП канал из Кишинева, значит, его была дана команда отключить, и несмотря на то, что было, было решение как бы подключить людей обратно, то есть он как бы запретил, правильно? Да. Понял? Да. А? Да. Ну как он сказал, что вот просто не подключаем? Без его решения, без его разрешения не включить. Так. Она была до команды данного начальника. Хорошо. По задолженности, это задолженность, как сформировалась? Ассоциация, расскажите, что-то. Ситуация такая. Мы сегодня закрыли текущий долг по прошлому месяцу. У нас было 13 тысяч, мы его закрыли. Но долг образовался еще с 2000 года. Долг составляет 710 тысяч, примерно. Да. Но покрыть мы его не можем. Из-за чего? Из-за того, что мы не знаем, как это сделать. Откуда появились 720 тысяч? Долги по Эвгену, объясняю. Я понимаю, что с 2000. Я здесь живу, тоже с 2000 года. Но у меня долгов нету ни копейки. Почему я должна платить? Долги образовались, разницы водомеров. Наши в каждой квартире и разницы общих водомеров. В подъездах, в подвалах. Вот и все. Сегодня очень многие, просто я понимаю проблемы и ваш, и других горожан. Приходят люди тоже. Почему такие счета за электроэнергию? Почему за отопление? Почему Бельцик электроэнергия на 17% дороже? Потому что у нас идиотизм в большей части, понимаете, всех решений, которые там принимались. И я понимаю, что сегодня выход один, закрыть все детские сады, вместо них открыть тюрьмы, туда их посадить. Я не вижу другого выхода, потому что мы не можем выйти из этого замкнутого круга. А без асучати, шуни с асучати, ланой к парере дереву с проблеми, без титот. Кедурдеть асучати, или каресен, а злобамдичи касали, карену асучати, каресла жакаханау проблем. Какого перманент через вас у клубы, бургеш, парни, цинила курень синтым, контроляй ситуацию. Да он не якосу богат, через вас фака не штелей. Все, подключают воду сейчас. Все, воду вам сейчас подключают, все в порядке. Значит, пожалуйста, в четверг, только не... Да, они пошли навстречу, и коньяк, запах, вон залез, проблема. Отмените ту машину с водой. Отменили. Да, значит, сейчас вам подключу, просто вы не бросайте ситуацию. Давайте вы в четверг приходите. Если кто-то из жильцов имеет желание, приходите, поучаствуйте, нет проблем. Раз они идут навстречу, включают воду, давайте не будем сейчас... А, включили и ждать следующего раза. Давайте, да, Жой, Лаур Леоншпе, Ламинин Бюро, Фащим Шиденце, Вини Администратору, Ампреона по кондусере Дилап канал, Шевинист Думе Вастри, Штаря Арфиди Дурит, Саладусис, Пи Твердо Хле, Пи Контабел, Адика, Мои Традиции Води Уреки, Адика, Анзалезец, Адика, Свит, Тецка, Мушнос, Ищапа, Куну, Дежина, Пиуну, Пиалту, Шема, Дипаль. Чтобы Твердо Хле желательно тоже. Все, вам хорошего вечера, слава Богу, сейчас вам все подключат. Да? Вини. Вася Рабон, все, жалоба, Марила, ум, свидание.